Вот так вот выглядит горох после зимы, как он лежит. Да, то есть его поднимает вон косилка. Я сниму дроном, если получится. И дальше идет комбайн, убирает. Это все идет на корм скоту. Ну, горох, если вы видите, какой здесь. Уже смотрю, запрел. Фокусируйся. Да, уже запревший таким. Ну вот, четко видно. Вот какие потери идут после косилки. Комбайн это уже не подберет. А еще сколько после комбайна идет потерь? Так, сейчас наберу горыло. Звоню своим комбайнерам и имею доступ дистанционный к их монитору. Надо загрузить новые карты влажности.
Hi Daryl, sorry to trouble you. Can you stop it, please? Ah, you have a troubles. Oh, sorry for that. Can you work with me like a few minutes? So this is I added more green spots. So this one yellow, it's a really dangerous spot. I mean, like really wet. And those green, it's just like less than 50%, let's say. So just pay attention on green and be very careful at the yellow spots. All right. Так, ну что, поговорил. Они как раз подъехали к этой желтой, желтому пятну, да, у которого я говорил. То есть зеленые это такие ниже 50% влажные места на поле, а 50 именно, ой, а желтые именно это те, которые, ну там очень много скапливается влаги, такие депрессион, выемки идут на поле. В общем, сейчас расскажу вкратце. Есть наш... Мы взяли данные, не буду вам объяснять, где, что, чего, вам не надо. В общем, данные по этому конкретному полю. Где зеленые пятна, это очень влажные места. Где светло-зеленые, это такие, ну, скажем так, еще можно кататься, ездить. Ну и вот сейчас убираю там канолу RAPS. И вот мы зашили эту карту, сделали сначала карту, вытянули на Google Earth. Потом я сделал карту предписания на Trimble Desktop Software, вот она, да, ну это просто поигрались, и потом через JD-Link, через наш John Deere телематику я отправил, находясь у себя дома, отправил на комбайн данную карту, и вот... Эта карта выглядит так вот на дисплее в онлайне на комбайне. То есть эти пятна желтые, зеленые, просто они могут не совпадать с вот этими вот цвета именно. Но контуры все идентичны. То есть теперь они знают, что когда будет подъезжать к желтому, это очень опасно. Где зеленый, это значит нормально. Ну, не то, что нормально, но надо обращать внимание. Вот так вот можно помочь своим операторам.